Южно-казахстанские разработчики намерены удивить гостей и участников Экспо. Так они презентуют сразу 4 проекта в направлении зеленой экономики. Идеи местных авторов будут представлены на Экспо в интерактивном режиме в павильоне Нуралин. В числе проектов в сфере солнечной энергетики – Аксу Энерго. Солнечная электростанция была запущена в конце 2014 года. Используя солнечные лучи, предприниматели намерены восполнить недостающий объем за счет внедрения новых технологий в сфере возобновляемых источников энергии. Суммарная мощность солнечных панелей – 1 мегаватт электроэнергии. В списке проектов также еще 3 разработки. Малая ГЭС Рышан, это мощностью 2 мегаватт. Она построена была в 2014 году в Сарагашском районе. А также солнечная электростанция Очистной в городе Шымкент мощностью 0,95 мегаватт была построена в 2015 году. А также строящийся объект в Тулебийском районе мощностью 2,5 мегаватт, называется она Кенгис. Она будет уже сдана в эксплуатацию в 2017 году.